продолжу новостью о трагическом происшествии, в результате которого погибли наши земляки. Жертвами падения вертолета «Робинсон» Р-44 в Подмосковье стали 21-летняя Кристина Кисель из Березняков и ее двоюродный брат Семен Садков из Соликамска. Вместе с ними в катастрофе погиб пилот Александр Шапочкин. Авиационное происшествие с вертолетом было зафиксировано вчера вечером. Воздушное судно, дислоцировавшееся на аэродроме Мечково, при выполнении полета упало в районе подмосковного Лытаркина. Все три человека, которые находились на борту, погибли. Отец девочки, церковнослужитель Иоанн Кисель, рассказал, что погибшие ребята были родственниками. Иоанн находится в Анапе и может не успеть вернуться к похоронам. Отец Семена владеет заводом в Соликамске. Он сейчас едет в Москву на опознание. Соликамская епархия выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Архиепископ Зосима выразил глубокое соболезнование клирику Соликамской епархии, протоиерею Иоанну Киселю и Садкову Серафиму Витальевичу в связи с гибелью их детей. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, на вертолете «Робинсон» Р-44 оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов.